всех, кто так отлично исполнял сегодня романс. Готовился, переживал. Лучшее исполнение романсов. Так нам поют, не умолкая, свободы наши образцы. То колокольчик дар Валдая, то шутовские бубенцы. И мы награждаем Анастасию Новикову. Софию Шекловскую. Романс или начало романса в исполнении Оскара Дмитриенко. Оскар, вы можете повторить свой шедевр? Стонет сизый голубок. Ну что ж, благодарим всех тех, кто своим голосом украсил наш вечер. И тех, кто украсил наш вечер своим исполнением музыкальным. А, девушки, спасибо, благодарим вас. Вы можете занять ваши места. Да. И мы приветствуем Юлию Кремец, которая радовала нас сегодня. Очень волновалась, но так была хороша и мила за этим прекрасным инструментом. Юлия, вы the best. Театральный дебют. Это номинация, которая всегда вызывает радость. И сегодня мы отмечаем тех, кто порадовал нас. Вы все нас очень рады в своих сценах. Но особенно мы сегодня хотим поблагодарить Валерию Андрееву. Надеть чепчик и очки старушки. Но это произошло. Мы приветствуем, вручаем, кстати говоря, награду и Оскару Дмитриенко. Оскар, вы сегодня будете победителем. Театр теней. Мы уже много раз видели этот театр, честно, поверьте нам. Но сегодня его ведущая была просто замечательна. Итак, Алиса Чукова. Ну, все это получилось, да? И мы просто забыли сказать об этом, но обязательно должны это сделать. А София Жолодева. Мужественно сегодня вела себя София. Спасибо большое.
замечательные артисты театра цыганского. Владислав Солемс. А мы приветствуем участников Евгения Онегина, Михаила Рыжика. Нет, я Михаила Рыжика выделяю. Так, Миша, иди сюда. Ты все равно у нас театральный дебют и открытие театрального. Он среди лицеистов, конечно. Это моя ошибка, но Миша, тебе за театральный дебют настоящая грамота за Куницына. Поздравляю тебя! Открою вам тайну. У Миши это не дебют, да, Миш? В его жизни и театральный дебют, но на нашей сцене это замечательное выступление. Приветствую! Александр Сидоренко! Еще, вернее, один диплом, как театральное открытие. Но вы узнаете, в какой сцене он нам представится сам. Итак, Тихон Рябов. Тихон, скажите, пожалуйста, в чем вы принимали участие? Хотя бы фразы обозначьте. И стало мне, мои друзья, Вики Хельмекерна и Тоши. Да, спасибо девятому Б и спасибо.